Вот, давайте смотреть. Положения вне игры нет. Идет передача. Грей мяч останавливает. И сам Георгий Гагалашвили, на котором нарушены были правила. Ну, такой спорный момент. Обычно на ком нарушаются правила, пенальти не исполняет. Но Гагалашвили очень уверенно. Дабо очень здорово здесь сыграно. Положения вне игры нет. Пошла передача. И 2-1 в пользу Ариса. Все-таки Арис забивает второй мяч, ворота Гомеля. Очень жаль, что это...